Ха-ха, несгибаемая сена. Так, карту ставим 100%. Но не на сену, естественно. То есть это фейт ли сена? Та-р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 а. А вот на Маукая в теории. Накормим Девасию. Повеяло могильным холодом. А, защитник С, окей. Побег из тюрьмы. Призовите случайную единичку. Ну, хорошо. Только вот броня-то не у нее. Слышишь, как шип? Нельзя драться на пустой желудок. Плохо дело. Один ход, и Люциан становится бессмертным. Но это Иония, у него есть возвраты. Бессмертие сейчас, кстати, не сыграет вообще никак. Никогда не проигрывал. И не играл честно. Блин, бедный Люцик. Никуда не денешься. Да за шо? Сена. Сена. Я уже имел дело с Сумрачными островами. Я не такой, как другие. Некого убивать, классно. Некого призывать сейчас. Убейте союзника, да, убейте Маука. Угу. На чем аккаунте работали дейлики на моем хер? Все-таки багует до сих пор. Да. Ну, грустно. Но вообще дейлики один из основных способов XP. Духи помогают тем, кто их слушает. Отвечать злом на зло бессмысленно. Туру-ту-ту-ту-дум. Туру-ту-ту-ту-дум. Так, теперь я могу убить конницу, чтобы призвать саженца и убить Twisted Fate. Я научился ждать. Но это настолько глупо. А, мясники, бесполезные куски говна. Четыре три ТФ, да, я бы его не убил, кстати. Нормально он там спеллов себе закидал, всякие единички. Вдох и выдох. Почти неуязвимость есть. Может, у него нет возвратов? Сюда, золотце. Интересно, а можно убивать, пытаться мясниками несгибаемую? Ну попробуй! Челика, на котором несгибаемая воля висит. Это вообще реально? Сейчас проверим. Сейчас проверим, будем Мука убивать. Поехали. Тест механов. Фига ты быстро карт набрал. Атмосфера накаляется. Ну что, ребятки, повеселимся! Да, он сыгрался. Прикольный жетончик. Два халявных карты. Наслаждайся. Что это было? Конница! В бой! Жаль, я не успел еще одного мясника сыграть и еще чего-нибудь.
Люблю людей. Очисти разум, прислушайся к себе. Блин, нормально так ТФ сейчас отыгрывает. Прикольная дека у него, мне нравится. Отвечать злом на зло бессмысленно. Как тебе русская локализация, особенно озвучка? Да нормально. Вообще ничего такая. Вы только посмотрите. Блин, капец, у него спеллов. Весенний дождь. Это весенний дождь. Аллилуйя, весенний дождь. Я не такой, как другие. Эй, эй, весенний дождь. Наслаждайся. Да, если бы он был не на Ионе, я хз, что бы он сейчас сделал. Красная карта, что-то жесткая. Да-да-да-да. Блин, апнутый ТФ просто ломает мне лицо. Интересных механик завезли, да, очень, очень. Ой, да за шо? Мне бы эта вампирка пригодилась сейчас. Сейчас молча нафиг не успевает апнуться, нормально. Можно, кстати, вытягивание магии. Боже, сколько драконов она спамит. Кого? Блин, у него прям там целая рука, и он не знает, что ставить, знает, что ставить. Стоп, зачем ты убил? Дракона пробудился. Зачем он убил ТФ? А, это не ТФ, это я подумал. Я подумал, что он ТФ убил, думаю, кого? Рада тебя видеть, учитель. У меня бесполезные мясники на стол выходят. Смотрите-ка, у нас гости! Они заплатят за то, что с тобой сделали! Я волнуюсь только за малышей! О, какая няша! Каждое сердце — сад, в котором могут вырасти корни. Ужасный служитель. За мной идет роща! Вас! Привет, скажи, какое место ты занял в турике? Не досмотрел часть, как тебе обнова? Я занял 4-е место, обнова классная. Я сейчас... Лисины ТФ апнутые на столе, боже, помогите. Я пытаюсь... Не знаю, не, МЛК без... Чуешь? Готовится драка. Без сбросов карт не сыграешь просто. Не, я, о, нет, он у меня сейчас почти апнется, типа после вот. Ну и чё, чё это даст? Хотя, если вдруг у него все чемпионы в руке, я... Не, я все равно оставлю ему 4 карты. Не, такого не может быть, это глупо. Синие, как змеиная река. Хорошо, спасибо. Они заплатят за то, что с тобой сделали. Я волнуюсь только за малышей. Только за малышей. 21 из 25. Да, минус стол. Я умею делиться. А! Мои саженцы. Борьба идет в голове. Во имя павших! Ха-ха, глашатые. Полезные, нет. Я нужен родине. Готовься. Забавно, почему он молча на нем... А, все, да. Не все желают добра. Ну попробуй!
Ой, жесть-то какая. Люблю блеск. Опа, поехали. Четыре карты. Может, я как-то и выживу, но не, вряд ли. Плюс у него там ТФ каждый ход карту дровает за каждый спелл. Мне нужен саженец на начало хода. Я лучше глашатаев поставлю. Мое оружие не кулаки, а сила духа. У него там очень много дрового, вот в чем прикол. Он сейчас не может спеллы использовать. Я уже имел дело с сумрачными островами. Я не такой, как другие. То есть он вообще не может спеллы играть. Но проблема в другом. Опа! Глаза открыты. Ошибочка! Проблема в том, что Лисин просто походит на следующий ход и убьет меня. Я ничего с этим не смогу поделать. У жизни скромное начало. Скромное кончало. Да, ноль карт. Ну, это уже лучше, чем то, что мы играли с Ионией, с эфемерками. Это уже лучше выглядит. Шмука хотя бы апнулся на этой игре. Он проиграл. Нет, я понимаю, что он пытался дать Лисину выбор противника, но... По сути... Смотрите, обилку удар дракона Лисин использует только если ты... Только если ты притягиваешь противника. Притягивает противника он только если ты кастанул хотя бы один спелл. Как только он кастанул хотя бы один спелл, играется синяя карта. Поэтому он проиграл. В любом случае, в любом раскладе. Ему надо было идти просто в атаку. Но ему не хватало урона на столе, чтобы выиграть, по-моему. Потому что у меня было 4 существа, у него 5 атакеров. То есть Лисин просто так не мог пнуть. Любой спелл, который он кастует, проигрывал ему игру. А ему нужен был дополнительный урон со спелла.